Сейчас вопросам воспитания подрастающего поколения приоритетное внимание уделено на федеральном уровне. В первую очередь речь идет о реализации единых программ по воспитательной работе. Разработаны они на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре. В нашей области эти проекты охватывают более 240 тысяч детей. Во всех областных образовательных организациях, от детского сада до института, разработаны и внедрены программы воспитания, которые становятся обязательными. Это нашло отражение во всех документах Министерства просвещения России и Министерства образования и науки Российской Федерации. В этих документах прослеживается преемственность образовательного процесса, заложены базовые национальные ценности. И чтобы работа по воспитанию в образовательных учреждениях велась более системно и качественно, в школах региона приступят к работе советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Новые специалисты в учебных заведениях появятся благодаря реализации в нашем регионе федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Советники по воспитательной работе начнут работать в общеобразовательных учреждениях региона с сентября этого года. Они сейчас проходят обучение. В нашей области эти кандидатуры подобраны. Это 147 человек, которые с 1 сентября приступят к своей работе. В бюджет области уже пришли федеральные деньги в объеме 12 миллионов рублей. Отмечу, теме воспитания в нашем регионе особое внимание уделяют не первый год. В области активно развиваются патриотические организации, создаются новые воспитательные площадки и пространства. Новшества есть и в образовательном процессе учебных заведений. Например, теперь со школьниками проводят каждый понедельник разговоры о важном. Это важный элемент, с одной стороны, позволяет ребятам принести ключевые базовые ценности, обострить их внимание на важных исторических и политических событиях, а с другой стороны, получить у них обратную связь или услышать их, а что они думают об этом. А в ближайшем будущем воспитывать патриотизм у школьников будут через знания истории родного края. Решением членов коллегии в области будет проработан вопрос внедрения в региональную систему образования курса «Моя родина. Владимирский край». Он будет знакомить ребят с историей, географией, культурой, литературой нашей земли.